Привет, ребят, девчат. По заявкам трудящихся. Опять про peanut butter. Ну вот видите, все то, что намазывают, все в одном. И мед. Но это мед такой, надо искать местный. Хотя здесь бывает канадский. В общем, все, что намазывается, обычно вот вместе. Сладкое. Нутелла, да? Значит, что новое здесь? Вот такой я не видел. Помните, когда я снимал, по-моему, не было такого. Peanut Butter and Co. Тоже не знаю, не пробовал. Потом вот это вот какой-то Richards Crunchy. Интересное. Так. А, вот еще другая штука. Это органическая, якобы. Simple Truth Organic. Разные они бывают. В чем разница? Картинка разная. No stir. Не очень. Так, дальше. Крогеровский бренд. Это магазин, в котором я сейчас нахожу. Крогер. Вот, смотрите, у них здесь прям полка заваленная своим этим брендом. Да, тоже здоровенные эти банки. И JIF. JIF. Вот этот, да? Теперь, ну, Skippy, как всегда. Он и везде. Если вот Питер Пэн, тоже я вам тут раз показывал. Нателла, конечно, с peanut butter, ребята, это полный улет. Ну что? А, вот эти вот тоже. В стеклянной таре, хорошо. Смакерс. Cool. Ну так. Вам, ребята, всего наилучшего. Ай, вот это что такое? Что-то я нарыл. 100%. Ага, ну вот еще такая есть. Баночка. Здесь это с шоколадиком, что ли, да? Офигеть. Ладненько, ребят, все, ништяк. Давай. Рассказывайте про свои peanut butter. Успехов. Давай.